В Башкортостане предложили указывать цену лекарств на упаковке. Этот вопрос обсудили на заседании рабочей группы по мониторингу доступности медицинских препаратов. На сегодняшний день цены зафиксированы только на категорию жизненно важных препаратов. Стоимость же, нанесенная на упаковке, может стать весомым сдерживающим удорожание фактором, считают инициаторы. По данным парламента, жители республики все чаще стали обращаться с жалобами на повышение цен на лекарства. Большой блок обращений связан с отсутствием все и деревнях аптек. Их функции на сегодняшний день выполняют фельдшерско-акушерские пункты, ассортимент препаратов в которых ограничен. Перечень препаратов, которыми обеспечены ФАПы, утверждается Минздравом и уже давно не пересматривался. За счет его расширения эта проблема может быть решена. Были моменты, когда в качестве принятия решения, когда экстренная ситуация, не сыгранный аукцион со стороны системы здравоохранения, когда недопоставки, отсутствие препарата на рынке, эти моменты, они так или иначе сказываются. Здесь и человеческий фактор, и фактор рыночный сам по себе, и вопросы, связанные в том числе и с сезонностью. И вопрос сезонности я даже связываю с пандемией, когда мы говорим о том, что и рыночные условия менялись, и поставки менялись, и расторгались какие-то контракты. Конечно, здесь нужно обсуждать и планировать, и предугадывать события, которые могут развиваться в данном направлении. Кроме того, в ближайшее время участники рабочей группы проведут мониторинг цен и ассортимента аптечных сетей. К обсуждению проблемы привлекут руководителей Госкомитета по тарифам, территориального управления Росздравнадзора и других экспертов.